Всем доброго времени суток. У нас там где-то что-то свергят, поэтому не обращайте внимания на шум. Сегодня на ужин хочу подготовить все ингредиенты для жарки картошечки. У меня это грибы, подберезовики тут у меня, сыроежки, беленькие, микс. Вот такая свиная грудиночка. Я буду с мясом жарить. Посмотрите, какая она постная, хорошая. Я такую солила. Посмотрите, какие прослоечки. Мясистые. Так, почистила лучок, начистила картошки, нарезала слайсами вот такими крупненькими, не совсем мелко, и подготовила сковородочку. Значит, начнем резать мясо, добавим грибы, все пожарим, потушим подольше. В конце добавлю, когда готово будет мясо с грибами, добавлю картошечку, добавлю лучок свеженький, порежу. Специи по вкусу. И будет очень вкусная картошечка. Нарезала я грудиночку произвольно. Хорошая мясистая у меня грудиночка. И сюда же добавляю грибы замороженные. Они не очень разморозились, поэтому будет тушиться пока в собственном соку. И мяско до готовности. И грибы растают, пожарятся, потушатся. А потом я их обжарю и добавлю картошечку. Вот так вот тушится у меня в собственном соку. В соку грибов и мяса. Вот до готовности доведу. Потом обжарю все. Добавлю картошечку. В конце лучок. Специи по вкусу. Водичка уже почти вся испарилась. Налила растительное масло. Сейчас будем жарить. Потушила, пожарила я грибы с мясом. Вот такое вот мясо сочное получается. Я не пережариваю его. Одновременные грибы у меня потушились, поварились, пожарились. Добавляю картошечку. Сейчас все перемешаю. Добавлю соли, специи, какая мне нравится по вкусу. И в конце добавлю уже нарезанный мелкий лучок. Я полголовки большой порезала. Продолжаю готовить. А это к нашей картошечке я подготовила, ну, типа салатиков. Закрывала свежий огурец, храню в холодильнике. Салатиком делала с лучком, с чесночком. Очень вкусный, хрустящий, очень приятно. Вкусненький салатик такой. А это дайкончик с майонезиком потерла. Картошечка моя уже готова, получается поджаристая. Сочная, с мясом, с грибами, очень ароматная. Добавила лучок. Сейчас немножечко потушу с лучком и добавлю зелень. Мелко нарезала свежую зелень для красоты. И для вкуса, конечно. Вот и все. Готова моя картошечка с мясом, с грибами. Всем приятного аппетита. Готовьте, это очень вкусно. И пока-пока.